относительно давно. Работаем, сотрудничаем с медиашколой, с Казмитэ-Орталыгы. Поэтому мне было очень приятно видеть, что так активно развивается вот, работа Казмитэ-центра, что так много мероприятий планируется в этом году проводить, чтобы журналистика в Казахстане развивалась, стала более, ну, не знаю, профессионально, конкурентоспособно, и как наше посольство планирует, как можем поддержать эти инициативы. Поздравляю медиашколу с очень активным годом, очень активной программой. Надеюсь, что этот год будет очень плодотворным, что у вас будут очень хорошие, качественных мероприятия, и приедут очень много интересных спикеров, в том числе с Америкой. Сегодняшняя встреча, она очень полезна. Я высоко ценю усилия организаторов, потому что за очень короткое время мы в сжатой форме, содержательно сформировали представление об основных направлениях. Последние 5 лет до назначения на пост посла Армении в Казахстане преподавал в частном вузе Академии телевидения и радио в Ереване. Это уникальное такое учебное заведение, которое готовит журналистов, так скажем, традиционно для СМИ, а также режиссеров телевидения и операторов. Центр – это очень хорошая была бы площадка для обсуждения тематических направлений по внешней политике, допустим, Республики Казахстан. Казахстан очень активен в внешнеполитической деятельности, особенно в области миротворчества. Вот. Это направление было бы очень интересно для посольств. А так, хотел бы пожелать успехов в дальнейшей работе, развития сотрудничества, и в том числе и с посольствами. We will send this calendar to our medias and private sector medias, governmental medias, and they participate in these programs and in these events are a good opportunity to every in regional and universal medias to interaction with each other and know a lot about your country and this region. Мы сегодня были на замечательном мероприятии, которое презентовало медиа-центр и выразило свою готовность к сотрудничеству. Поскольку в Украине медиа довольно развиты и на высоком уровне, то желание Казахстана и, в частности, медиа-центра сотрудничать, оно очень хорошо воспринято. И я надеюсь, украинские мои медиа-коллеги примут это приглашение, и в скором будущем мы увидим их в Астане. Касательно мероприятий, о которых нам рассказали, очень интересно было бы, я так думаю, что и для наших немецких коллег, так как они тоже очень часто нас спрашивают, есть ли какие-то мероприятия, и приглашают довольно-таки часто журналистов из Казахстана, то, наверное, на базе вот этого мероприятия, вот предстоящего Астана Медиа Лук, было бы интересно завязать сотрудничество и дальше работать в том же русле. Я хотел поблагодарить Казмедиа за приглашение, за эту интересную встречу. Это первая встреча, но желаю, чтобы будет еще встречи. Сотрудничество будет, конечно, это важно для нас, конечно.